Всем привет! Это Альфик. Альфи. Да ладно. Я хотела просто показать, какой он большой лис-то. Мы ему сейчас надеваем на лапку бандаж. И я постараюсь вам чуть позже рассказать о его лапке. Мы были на рентгене, Альфи. Поздоровайся со всеми. Он переживает сильно, конечно, и есть варианты лучше, чем его бандаж. Но я вам расскажу, почему мы ими не будем пользоваться. А так домашний, ручной, на коленках лежит. Чуть-чуть порыкивает. Ну, это лис, это не котенок. Хороший мальчик. Итак, вот он, Альфик, красавчик. Мы были на рентгене, и за месяц у нас видны очень хорошие изменения. Я уже говорила, что если не будет изменений, то я отвезу Альфа в Москву к профессору. Да, Альфу можно помочь чем-то лучше, чем вот его повязка, которую сейчас он носит на лапе, но, понимаете, это будет хирургическая операция. Так, тише, не драться. Тише, 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 тише. Я разговаривала с нашим врачом, и он сказал, что такой операции нам лучше не делать. Малыш, ну не торопись. Всем достанется лакомство, на, держи. Василиска. Дело в том, что Альф очень плохо переносит наркоз. Из-за этого в первой клинике у нас были проблемы, остановка сердца и прочее. Второй и последующие наркозы у Альфа были при помощи компьютерного оборудования, очень дорогого. Не в каждом городе, даже в Москве такого не часто бывает. Ну, из-за чего мы ездили в другой город. И учитывая этот факт, Альфика лучше не трогать сейчас. Я доверяю нашему врачу, который сказал, что Альфа становится самостоятельным. Просто потребуется время, много времени, потому что процессы в организме у Альфы идут достаточно долго. Но он уже взрослый лис, ему в следующем году 5 лет. Это у маленьких лисят до года лапки заживают быстро. У них часто бывают переломы. А это уже взрослый лис, красавец. Не худенький, как вы все говорили. Да, Альфик? Честно говоря, если отмотать время назад, то, наверное, не стоило трогать Альфа. И реакция на наркоз, и все прочее, это реакция организма дикого животного. У нас есть друг, белый лисенок, с которым мы познакомились в Фейсбуке. У него были проблемы с белой лапкой, с задней лапкой. Тише, тише. Это Альф реагирует на Василису. Не хочет общаться. Тише, 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 тише. Он сегодня звезда, поэтому не нужно, чтобы Василиса подходила. Вот. И этого лисенка оперировали так же, как и Альфа, 11 февраля 2020 года. Он не выдержал операции. Хозяева были в шоке. Причем это не зависит от страны. Тут лисенок из Штатов. Поэтому везде возможны ошибки, когда речь идет о животном с такой генетикой. Еще раз оцените, какой у нас роскошный мальчик. Альф, кстати, насчет обращения. Нам часто пишут, что Иван Кулаков объявил поиск невесты для своей лисы Алисы.
Что я могу сказать? Мы позвали лису Алису в гости. У нас есть очень комфортабельная нора. Трехкомнатная, насколько я понимаю, сейчас вот раз, два и три. Более того, Альф и Алиса, они ровесники. Вот, насколько мне известно, только ровесники пары одного года могут иметь щенков. Ну, хотя бы потому, что... Альф, покажи мордочку. Как это, жених, и один только хвост у него роскошный из норы. Ну, то есть, вы видите, Ася старше Альфа. Щенков у них нет. Фокси Альф вообще не воспринимает никак, она младше. А вот с ровесницей у Альфа, возможно, были бы щенки. Он у нас принц. Да, несмотря на все его проблемы с лапой. Кстати, как вы видите, лапкой своей он там копает нору. Все у него хорошо, все работает. Вот. Но, Альф, скажи честно, мы против разведения лисиц в домашних условиях. Каждый год десятки тысяч, а возможно и миллионы щенков, таких как Фокси, погибают на зверофермах. Вы можете спасти лисенка, но зачем разводить их в домашних условиях, я не понимаю. И Альф тоже не понимает. Альф. Альф против. Так что, если кому-то нужен жених, жених у нас есть. А вот щенки нам не нужны. Мы против щенков. Альфик, еще раз скажи. Ну и, наверное, мы оставим Альфа. Да. За этим интересным занятием. Пусть занимается делами. Еще раз покажу его хвост. Василиса, иди, иди поздоровайся со всеми. Пришла Асюша, она поздоровается со всеми. А это Сюшка. Прошу прощения, я нажала не на ту кнопку. Асюша хорошая девочка и всегда рада поздороваться со своими зрителями. А это Альфик. Он там птичек добывает. И чешется. Альфик.